Thank you.
Но этот концерт, на котором побывал, даже минуты не было такой, когда заскучал бы или захотелось бы выйти. Все время под напряжением, все время это импровизация, это необычные мелодии, это необычные наигрывания. У меня прям руки вот так вот, и след его музыки. Просто это колоссальный труд, колоссальный талант, колоссальная профессия играть импровизацию на ходу, обыгрывать произведения, обыгрывать портреты человека и обыгрывать темы, заданные из зала, которые порой абсолютно непредсказуемые темы. Спасибо большое за этот концерт, спасибо организаторам, International Gospel Center, спасибо всем.